слушателей. Юрий расскажет немножко о своих творческих интересных проектах. Вот там человек многоградный, фотохудожник, да, многоградный, совершенно талантливый человек. Да? Спасибо. Ну, я не займу времени, скорее больше объявления. Вот в библиотеке Кировских островов я открываю театр фотографии и литературы. Вот это новый такой проект, интересный, это действительно будет театр. И возможности большие в том плане, что, так сказать, будут, я думаю, вот мы с Сашей, кстати говоря, вполне вот я привлеку, ей будет это интересно, буду приглашать поэтов, бардов, музыкантов, то есть это общий театр. И с фотографией это потому будет связано, потому что я, в общем, сделал несколько книг, таких вот как «Петербург», три петербургских романа Достоевского, потом, так сказать, поэзия Блока в фотографиях. Вот с Александром, вот с Сашей, мы выпустили клип, и он, в общем, пользовался успехом и, так сказать, идет до сих пор по трем петербургским романам. И поэтому вот и родилась такая идея. Библиотека Кировских островов, она такая раскрученная, такое место, оно прекрасное, интересное, и там, так сказать, очень хорошо такие работающие молодые состав, такой, так сказать, подбор сотрудников во главе с директором. Вот. И там, я думаю, будет интересно делать вот такие проекты, как вот театр, еще раз повторяю, театр фотографии и литературы, ну, моего имени, Лёха Зелёва. И, кстати, да, ну, а что же, если я, так сказать, автор идей и абсолютный, так сказать, ну, что ли, вдохновитель этого. И, кстати говоря, я сразу, когда увидел куклы, я подумал, это вообще, это театр кукол, театр. Другой вопрос, как вот я взял ваши координаты и все, как это подать, как это сделать, как это, понимаете, на аудиторию подать вообще как некий театральный проект. Еще раз говорю, театр фотографии и литературы. Ну, там, как сказать, много взаимодействий. Поэтому запомните все меня, если я буду звонить, или вот Александр будет звонить. Вот, кстати.